Всем привет! На связи Федор Васильев. И сегодня в этом видео я хочу вам показать новшество галереи. Если кто не знает, это та галерея, о которой у меня был мини-видеокурс. Курс называется «Модные галереи для Joomla». И также особенность этой галереи, она интегрируется как родная в компонент Gridbox. Все потому, что разработчики одни и те же. И вот вышло обновление, интересное обновление, о котором я хочу рассказать в этом видео. То есть я быстренько набросал несколько изображений уже в галерее, то есть сейчас галерея у меня отображается, причем она уже находится на странице Gridbox, то есть вы это видите. Здесь, конечно, никакие отступы, ничего я не задавал, здесь просто хочу показать. Главное и серьезное обновление — это новые фильтры, то есть фильтры сортировки изображений, как текстовые, так и по цветам. Это новая интересная возможность именно по цветам, которая меня очень сильно заинтересовала. Давайте перейдем в админку и рассмотрим нововведение. То есть я сейчас зашел в админку именно в компонент галереи, захожу в настройки, переходим в фильтры. Здесь есть две опции: теги и цвета. Выбираем теги, ставим галочку «Включить», максимальный элементов. Сколько отображать на странице тегов, выбирайте здесь. Позиция тегов слева-справа. Также можно положение выбрать тегов как слева по центру и справа. То есть выбрали, например, позиции слева, да, и уже в этой позиции ниже можно сделать небольшие расположения данных тегов. Дальше здесь, в принципе, все понятно, все по-русски. Можете настроить цвета, граница, шрифт. И аналогичные настройки здесь у цветов. То есть ставим также галочку «Цвета». И здесь настроек даже поменьше. Галочки выставили. Нажимаем галочку. Нажимаем «Сохранить». То есть изображение у меня уже добавлено. Сейчас мы видим изображение без тегов. Если обновлю страницу, то вот здесь вот будут отображаться вот такого плана теги. Но опять же, они у вас не будут отображаться, если вы к изображениям не добавите данные теги. То есть я сейчас перехожу в свои изображения, вот они. Если я кликаю по изображению, тег набирается вот здесь. Прямо на клавиатуре, вот в этом поле, например, пишите и нажимаете Enter. И таких тегов можете написать столько, сколько вам нужно. Сразу ниже вы видите цвет. То есть вы просто кликаете в поле, выбираете нужный цвет. Например, данный цвет у вас идет на изображении в большинстве, да, чтобы как-то это можно было распределить по цветам. Выбрали цвет, нажали Enter, вот и все. То есть у меня у машины здесь преобладают красные цвета, я решил здесь добавить красный, чтобы эту машину можно было найти по цвету. То есть это достаточно интересно. И такие теги нужно добавить абсолютно к каждой вашей фотографии, если вы хотите, чтобы они участвовали в сортировке. После того, как вы все это сделаете, вы нажимаете «Сохранить». Тогда у вас здесь все появится. Сортировка работает очень просто. Просто выбираем, например, Mustang, он здесь отображается. И есть «Сбросить». Ссылка «Сбросить», нажимаем, у нас все показывается вновь. И вот по цветам. Вот красный галочку ставлю, машина показывается. Фильтр не работает так. Если я выберу более одного цвета, как сейчас, видно в цвете, да, в кругляше у нас проставляется галочка. Каждый раз, когда мы туда нажимаем. Если нажимаем еще раз, также галочка снимается. То есть подобие ссылки «Сбросить фильтр» это работает. Например, на бордовый кликаю, отображается та машина, которой я придал бордовый цвет. Голубой, соответственная картинка. Серый, соответственная картинка. То есть можно либо сделать фильтр по названиям, либо по цветам, как вам нравится больше, либо и так, и так. Вот такое вот нововведение. Если вы хотите узнать более подробнее о данной галерее и о Gridbox, у меня в конце лета был создан потрясающий курс, который в итоге стал лидером продаж. Если вы хотите изучить с нуля, как установить галерею, как ей пользоваться, как настраивать ее и многое-многое другое, то переходите по ссылке в описании на страницу презентации моего мощного профессионального видеокурса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если для вас видео это было полезно. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. А на этом здесь все, и до нового видео, друзья!
если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.